друзья. Мы собрались здесь не ради красивого вида. Господа, вам не надоело бессмысленно тратить деньги? Сначала мы тратим миллионы, чтобы вывести на политическую арену наших кандидатов, а потом в два раза больше, чтобы угробить конкурентов. Таковы правила. Хочешь посадить своего президента? Листай. Давайте будем хоть раз в жизни честными друг перед другом. Когда кто-то говорит о честности, это значит, он хочет снять с тебя последние штаны. Я не помню, кто это сказал. Кто-то из великих. Паша Лазаренко. Андрей Николаевич, у вас есть какие-то предложения? Да, Михаил Семенович. До выборов осталась неделя. Мы с вами хорошо потрудились за наших кандидатов. Они практически идут ноздря в ноздрю. Теперь пускай победит сильнейший. А мне это зачем? Густав Маршотович, чтобы доказать Михаил Семенович мне, ну, себе лично, кто в конце концов здесь царь горы. Хорошо. Пусть все решает народ Украины. Неконтролируемая демократия. Мне нравится эта игра. Давно я не испытывал такой прилив адреналина. Господа, нам надо чаще встречаться. Свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набью тату, слуга народа. Уважаемый, давно хотел спросить, кто тебя так парковаться учил? А я давно хотел тебе сказать, дед, отвали. Что отвали? Как я выезжать буду? Через твою одорублу перепрыгивать, что ли? А ты Колымага ездишь, что ли? Я думал, не бомжи ночуют. Слышь, сопля, куда пошел? Доброе утро, Игорь Михайлович. Здрасте. Что здесь происходит? Да вот, что ты разорался тут, пенсионер шизанул. Машину убери, долбодятел! Дед, отвянь! Василич, ты что, оборзел? Ты что, не знаешь, кто его папа? Мне по барабану, кто его папа. Василич, не нарывайся. Что ты лезешь? Ты кто? Начальник ЖЭКа? Ну. Вот и займись делом. Не двор, а трущобы. Когда ремонт сделаешь? Сколько можно жалоб писать? Не твое дело. Когда парковка нормальная будет? Будет. Не, ну куда он ее поставил, а? Ну как я буду выезжать? Дороги нету, что ли? А как я разворачиваться буду? Я тебя вчера попросил разбудить меня в 6:30. А я тебя вчера попросил вынести мусор. Который я попросила тебя вынести позавчера. Так что один-один. Доброе утро. Спасибо, пап. Приходь еще. Хорошо.
Мамуль, ты не можешь погладить мне рубашку? У меня больные ждут сынка. А меня здоровые, причем целый класс. Доброе утро. Привет. Да. Наташа. Наташа, открой дверь, я спешу. Я тоже. У меня школа. А у меня институт, Вася. Я тебе не Вася, а дядя. Уступи дяде место. Это не трамвай, дядя. Смешно. Мамуль, пожалуйста, погладь мне рубашку. У тебя есть время? Моя радость. Вот выйду на пенсию, тогда обращайся. Мам, если директор школы увидит меня в помятой рубахе, он меня выгонит. Жду не дождусь. Петя, приятного аппетита, мальчики. Спасибо. А что, Петя? Если пособие по безработице больше, чем его учительская зарплата. Пап, у тебя странная логика. Да, это у меня странная логика. Окончить школу, поступить в институт, чтобы снова вернуться в школу. Ну, простите, пожалуйста, папа, не пошел по вашим стопам, не стал извозчиком. А твой папа не извозчик. Твой папа работник в сфере услуг. Прекрасно, услужите, приглядите за кофе. Спасибо. Прости большое. Угу. Да ну что? Открой дверь. Тебя в конце концов родной дядя просит. Мой дядя уже 5 лет как ничего не просит, сынок. Ой, извини, мам. Наташа. Я не Наташа, я твоя племянница. Наташа, племяш, погладь рубашку, пожалуйста. Вместо того, чтобы ходить всех просить, уже бы давно взял утюг и сам погладил. Где утюг? Ну там, где обычно. Где обычно? Да вот же ж он. Вот. Натя, спасибо. У тебя сейчас кофа убежит. Так сними кофа. У нее еще слов нет. Вася, он не снимет. А он не снимет. Не успел. И что же за день у тебя сегодня такой, Вась? Кстати, Вася, ты помнишь, какой сегодня день? По-моему, пятница 13-е. 13-е, но не пятница. Ну, а сегодня еще и педсовет. Кто о чем, овшивая баня? У твоей племянницы день рождения, телепень. Точно. Приятного. Привет, спасибо. Наташечек, с днем рождения тебя поздравляю. Ну, счастья, здоровья, любви и всего такого. У меня подарок. Вот тебе утюг. Ну и можешь называть меня Вася. Наш старый добрый утюг. Девки умрут от зависти. Отлично, я побежал. Это мне. А остальные подарки вечером. Да не надо, ты и так сильно потратился. Вася. Что? Выходи. Дайте мне 10 минут спокойно сосредоточиться. Вась, выходи, тут это к тебе пришли. Папа, этот прикол с 8 класса не работает. Васечка, он не шутит. Выходи, пожалуйста. Ты и маму подключил? Ну давайте еще Наташу позовите. Я здесь. Ну что, пап? Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. На раз оброблені усі протоколи виборчих дільниць. З результатом 67%. Перемогу здобув кандидат Голобородько Василь Петрович. Отож, сенсаційно і вперше в історії України главою держави стає простий вчитель із Києва Василь Петрович Голобородько. Для лідерів світових держав вибір українського народу став певною мірою несподіваним. Зізнаюсь чесно, я майже нічого не знаю про Василя Голобородька, тим не менше сподіваюся, що ми знайдемо з ним спільну мову. Перемога Голобородька стала для нас дуже неочікуваною. Ми шоковані таким результатом. Однак ми поважаємо вибір українського народу і визнаємо, що вибори в Україні відбулися демократичним шляхом. Наразі до адміністрації президента надходять вітальні телеграми з усього світу. Ми какая-то, кстати, какая-то нелепая шутка. У меня ощущение, что это розыгрыш. Я же даже по предварительным соцопросам не попадал в десятку. Ну, истинную волю народа соцопросами не измерить. Хотя, честно признаться, я и сам не до конца понимаю, как это могло случиться. Ну? Ну как? Выбрали его... Грушевского. Грушевского. Угу. Президента. Президента. Угу. Ну, это миф.
Он был председателем совета, и все. Хорошо, что ты еще знаешь о Грушевском. Ну, улица есть такая. Улица хорошо. А, он еще на Полтосике нарисован. Тихо, ребят. На Полтосике. Неплохо. И улица. Точно. А за какие заслуги? Перед Родиной. Да. Глотов, за заслуги перед Родиной мы ставим тебе уверенную двойку. Поздравляю тебя. Это уже в этом году пятая юбилейная двойка. Садись. Марчук, давай продолжай. Да ладно, сидите, сидите. Сидите, ребят. Хотите, давайте так, вставайте, ребятки, все дружненько и на хоздвор. Здорово, Петрович. Давайте, активнее, активнее, шевелитесь, давайте. Пацаны сколачивают будки, девочки вешают программки. Все, все понятно. Почему хоздвор? Что происходит? У меня урок. Директриса сказала. Вось, ну выборы на носу. Какие выборы? Я не могу понять. Почему мои снова, ребят? Почему не 10 А? 10 А математика. Ну что, что математика? У меня история. Ну ты тоже сравнил хер с пальцем. Ребята! 10 Б! Достало это меня. Петрович, ну чё ты? Надоело уже мне это все. Математика, сука, царица наук у вас. Ну хорошо, математика. А история, как ты сказал, хуйня собачья. Потом мы удивляемся. А почему наши политики каждый раз приходят к власти и совершают одни и те же ошибки? Да потому что они охуенные математики. Знают только, как отнимать, делить и приумножать свое. Вот и все. Петрович, я сроду тебе таких слов не слышал. Чего ты завелся? Потому что достали все эти мухи вот здесь, понимаешь? Теперь, сука, они заставляют детей будки ваши, строить. Знаешь, почему у нас жесть собачья? Да потому что мы свой выбор с тобой начинаем в будках. Понятно? А выбирать-то не из кого. Из двух пи***цев выбираем меньше. И так 25 лет подряд. И знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется. Знаешь, почему? Потому что ты, мой батя, я, мы снова выберем пи***ца. Да потому что да, понятно. Конечно, он пи***ц, да ну лучше его, те-то хуже. Вась, да пойдем хряпнем, у меня заначка есть. Главное, приходят эти потом пи***цы власть. Пи***т и пи***т, пи***т, сука, и пи***т. Ударения разные, смысл один и тот же. И всем бог. Понимаешь, тебе бог, мне бог, нам всем бог. Не похуй на маленький, понимаешь, а здоровый такой, блядь, похуй пришел нам всем. А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я бы, блядь, устроил. Кортежи, нахуй, льготы, блядь, ваши, нахуй, дачи, нахуй. Всех вас, сука, нахуй. Чтобы, блядь, простой учитель жил как президент. А президент этот, сука, жил как учитель. Это я тебе, как учитель истории, говорю. Хотя тебе похуй, блядь, пи***цы. Всі визнають результати виборів. Приміром, Жанна Борисенко у Твіттері назвала вибори черговим цирком. А от найближчий конкурент Голобородько, лідер фракції «Визволителі» Сергій Карасюк був більш багатослівним. Це чесні вибори? Это плевок в лицо демократии, это я вам скажу. Мы будем оспаривать в суде решение по этим выборам. Кто такой Голобородько? Кто это? Откуда он взялся? По всем опросам я лидировал, по всем округам. Я полгода езжу, общаюсь по регионам с избирателями. А Голобородько что? Один раз поматюхался в Ютубе и все? Я в это не верю. Кстати, спасибо, Голобородько выиграл даже в тех же округах, в которых мы уже все порешали. Простите, Катя, если вам так удобно, пожалуйста. Выигрывал полностью я. Это все махинации. Все, кто меня слышит, товарищи, завтра собираемся на Майдане. Я до сих пор не могу в это поверить. Но я понимаю, что на вас это как снег на голову. Но попытайтесь сосредоточиться, как-то взять себя в руки. Да, попытаюсь. Куда мы сейчас едем? У нас сегодня очень насыщенный день. Примерка. Работа над вашим имиджем, фотосессия, встреча с журналистами, пресс-конференция. Это все нужно успеть за день? Ну, желательно до обеда. Кстати, вы что больше предпочитаете, Патек Филипп или Вашерон Константин? Не читал. Совершенно нет времени. Патек Филипп, Вашерон Константин, Пеге, Хубло. Знаете, кстати, кто такие носит? А кто? Путин. Путин, Хубло? Да. Но вам я советую вот эти. Их в мире всего 4 пары. Согласны? Подумайте. Ну, хорошо. Маша. Интересует? А, нет, нет. Замечательно. Парфюм. Эрме. Донна Каравна. Ральф Лорен. Б.
Версачи. А я думаю, вы знаете, вам такие подойдут, позвольте. Ну что, пойдем к обуви. Так вот, Берлути Эстонии, Луи Виттон. Но я рекомендую вам вот эти. Я думаю, вам в них будет очень хорошо. Кстати, в них есть супинатор. А стельки? Конечно. Галстуки потом, потом. Самое главное, это костюм. Кевин Кляйн, Жан-Поль Готье, Дольче Габбана, Карл Лагерфельд. Ну что скажете? Давайте вот этот. Хорошо. Карлуш, ты останься. Все остальные свободны, самолет доставит вас обратно. А неплохой выбор. Да. Василий Петрович, ну что я могу сказать? Костюмчик сидит как влитой. Думаете? Уверенно. Ну все, хватит пудрить голову гаранту. Василий Петрович, прошу в кадр. Куда? Туда. Сюда, сюда, пожалуйста. Вот, встречайте гаранта. Василий Петрович, на меточку и смотрим в объектив. Да, извините, Ивка. Сделаем пару фото для удостоверения президента. Улыбаться не надо. Прекрасно. Для официального сайта. Можно улыбаться. Замечательно. На портрет для кабинета. Поменяем ракурс. А для кабинета улыбаться или? Ну, можете улыбаться, можете не улыбаться. Прекрасно. Ну, раз уж мы здесь, сделаем пару заготовок. Президент думает о медицине. А как я должен думать о медицине? Ну, а как можно думать о том, чего у нас нет? Великолепно. Президент общается с рабочим классом. Да. Замерли? Это мы так шутим? Извините. Еще раз. Прекрасно. Президент заботится о детях. Пошли, хорошо. Дети, дети. Вот. Возьмите девочку и встаньте. Тебе так. Вот, вот так. Смотрим ее объектив, да? Улыбаемся. Прекрасно. И для Facebook. Для молодежь. Селфи. Позволю себе отнять еще немного вашего драгоценного времени, так сказать, для истории. Слепок правой руки для Национального музея. Прошу. Замечательно. Моем ручку. Слепок левой руки для музея хиромантии. Моем ручку. Правую ножку для музея футбола. Василий Петрович. Да. И ваш профиль для коллекционной монеты от Нацбанка. Что здесь происходит? Ребята, успокойтесь. 10 Б. Левченко, что за рукоприкладство? Василий Петрович, это все Глотов. Это он видео в интернет выложил. Понимаешь, теперь проблемы будут Ермакова. Достаточно. Хватит. Хватит. Прекратите этот самосуд. Садитесь. Дурак. Глупо. Садитесь. Тише. Все, тишина. Так кто видел этот видеошедевр? Спасибо. Все, кроме Глотова. Ну, вас, Глотов, я поздравляю. Ваше видео «Историк жжет» просто порвало интернет и стало лидером проката. По этому поводу, ребят, я вам расскажу одну притчу. Однажды в храм к японскому императору пришел бедный крестьянин. Он сказал: «Государь, налоги в нашей провинции настолько высоки, что людям просто нечего есть. Ну, а мне терять уже нечего, поэтому я вам скажу правду». После этого он брызнул потоком бранных слов в адрес императора, его семьи, его власти, в общем, всего того, что так дорого было императору. От его слов самураи, охранники императора, покраснели. Гейши упали в обморок, а сакура, цветущая у входа, засохла и больше никогда не плодоносила. Император спокойно выслушал крестьянина молча и после этого издал два указа. Первый. Вырвать язык крестьянина.
ибо сквернословие – это грех. А второй указ – снизить налоги в провинции. Потому что правда, какой бы она ни была, все равно остается правдой. Я абсолютно не оправдываю себя из своего поступка. Наверняка мне не нужно было так, в общем, поступать. Не знаю, мій батя сказав, що ви красава. І якби ви йшли в президенти, то він би за вас голосував. Да. Ну і мій теж. Мої батьки також бачили. І мій теж. І мої. Ну, і твої, Болотов. Да. Тобто родители тоже все видели. Кошмар. Единственное, радует, что они согласны с этой правдой. Ну ладно, ребят, давайте начнем урок. Василий Петрович, вас к директору. Срочно. Ну вот. Мне кажется, сейчас мне вырвут язык. Да, но в среду контрольную никто не отменял. Ну что, Василий Петрович, в 13 у нас пресс-конференция. В 13 13-го. Надеюсь, вы не суеверны. Блин, сегодня 13 число, я совсем забыл. Да не волнуйтесь. Вопросы подготовлены, ответы прописаны. Вот. Да, вопрос-ответы, Юрий Иванович, ни при чем. У меня сегодня педсовет в школе, 13 числа. И потом мне сегодня нужно оплатить проценты по кредиту. Мы сейчас закроем все ваши вопросы по кредиту раз и навсегда. Василий Петрович, какой у вас банк? Не нужно, пожалуйста, звонить. Мне неудобно. Ну, хорошо. Вы поймите меня правильно, время на вес золота, так что давайте как-нибудь в другой раз. А в другой раз никак. Каждый просроченный день 17 гривен пеня. 17 гривен? Да. Тогда другое дело. Толя, меняем маршрут. Хорошо, что до обеда успели, я сейчас быстро оплачу. Ай, очередь. Граждане, будьте так любезны, пропустите президента без очереди. Вот, с какого перепугу? Вани очереди все равны. Ну, пожалуйста. Саныч, проходи. Я отработаю. Спасибо, извините. Леночка, здрасте. У Леночки сегодня выходной, я ее подменяю. Позвольте представиться. Бугай Анатолий Борисович, председатель правления банка. Да. Я по поводу кредита, если можно. Смотрите у себя. Голобородько Василий Петрович. Василий Петрович, ваш кредит полностью погашен. Не может быть какая-то ошибка. У меня оставалось еще 7 платежей. Дело в том, что наш банк один раз в году проводит акцию, победителю которой прощаются все долги. Вы и есть этот победитель. Не потому что я... Ну что вы, господин президент. Слепой жребий. Да. Ну ладно, приятно, неожиданно. Хорошо, да, спасибо. Да, да, пожалуйста. Я... Поздравляю вас. Вас тоже поздравляю. Да, до свидания. Заходите. Зайду, да. До свидания. Товарищи офицеры, благодарю за экстренный сбор. Служу народу Украины! А вы, капитан Пилипчук, в следующий раз, пожалуйста, без самодеятельности. Виноват, Юрий Иванович. Хотел, чтобы все было натурально. Ну-ну. Василий Петрович, не надо торопиться, вы теперь президент, вы не опаздываете, вы задерживаетесь. Вам легко говорить, вы нашу Раису плохо знаете, она меня убьет. Можно? Смелее. Здрасте. Вызывали Раису Андреевну? Вызывали, Василий Петрович, вызывали. Сначала мне скорую, теперь я вас. Василий Петрович, объясните, пожалуйста, за что вы так не любите свою школу? Почему я люблю? Что, ну, да что вы? Вы тогда объясните всем нам.
За что же вы нанесли такой непоправимый ущерб любимой школе? Только ради бога. Вы выбираете выражение, здесь все-таки женщины. Ну, вы тоже, мне кажется, сгущаете краски. Я сгущаю? Вы, учителя, врачи, инженеры, просто люди, нам на копейки, на покушать, Ну, Раиса Андреевна, во-первых, я сказал это в частном разговоре. Так что, мне кажется, репутация школы абсолютно не пострадает. А во-вторых, я ведь сказал правду. Правду? А кому она нужна? Это горькая правда. Детям? Коллективу кому? Ликуйте, мне уже звонили из района. В нашей школе назначена переаттестация. Я надеюсь, никто не возражает против того, чтобы в конце четверти провести педсовет, где поставим вопрос о вашей профпригодности. И, как вы понимаете, вопрос это чисто формальный. Ну, Раиса Андреевна, мне кажется, это не совсем профессионально. Разговор окончен! Нам С Богом! Извините, пожалуйста, за опоздание. Ну что, Василий Петрович, вы совсем не опоздали. Это мы, так сказать, с коллегами пришли пораньше, чтобы подготовиться и вас поздравить. Да, вот. Спасибо. Давайте, девочки. О, а это потом, да, конечно. Нет, спасибо. Спасибо. Многоуважаемый Василий Петрович, господин президент, для нас огромная честь работать с вами в одном коллективе. Я иногда, конечно, ругала вас, но вы же понимаете, это не со зла. Просто я всегда чувствовала вас огромный потенциал и хотела дать ему этому, так сказать, потенциалу толчок. И, как видите, не ошиблась, этот толчок помог ему, ну, вашему потенциалу, боже. Чего же так волнуюсь-то, а? Все, что мы хотели сказать, лучше всего выразит песня. Добрый вечер, Тоби, все господа! Василий Петрович! Ребят, Василий. Пропустите, это мой 10-й Б. Василий Петрович! Поздравляю вас! Спасибо, хорошо выглядите. Глотов, ты не забыл, что у тебя сегодня сдача физики? А, я уже. Да? Да, учителька физики, когда узнала, кем вы стали, всему классу 12 поставила. Да он шутит, Василий Петрович. Мы лично проконтролируем, теперь весь класс на отлично будет учиться. Ми ж тепер мусимо відповідати вашому статусу. Так, коли 10-му Б чекати покращення? Покращення, Марчук, в середу у вас буде президентська контрольна. Я прошу прощения, господин президент, что прерываю вашу идиллию, но нам надо ехать. Да, ребят, извините, удачи. Давайте хотя бы сфотографируемся. Да. Берем. Возьмите, пожалуйста. Так, стали? Ну, скажите, история. История! Спасибо, Валюша, спасибо. Да не, мы сами в шоке были. Не, я в Ваське никогда не сомневался. Гены есть гены. Да. Чего? Кирилла? Да не переживай, пристроим мы твоего Кирилла. Он где работал? А, он безработный. Ну, устроим на биржу труда. Замдиректора. Ага. Все, Валюш, давай. Люблю, обнимаю. Слушай, ты не помнишь, кто такая Валя из Кременчуга? Нет. И я не помню. А ты ничего не помнишь? Пет, я тебе уже 2 часа подошел за горошком пойти. Ты не помнишь. Мать, я занят. Кум. Здорово, Юра. Ага, спасибо, кум. Спасибо. Шо? Каким первым замом?
Я тебя министром сделаю. Да. Не Веронику. Пристроим кума. Всех пристроим. Давай, пока. Все, все, все. Петь, я тебя прошу. Ты уже пол Украины пристроил. Иди за горошком, я тебя прошу. Я не ем, Оливье, с горошком. Весь миль ест, а ты не ешь. Мы тебя отдельно насыпем. Иди, иди. Ступай, ступай. Иду, иду. Ой. Да. Я узнаю, да, Любочка. Петя в магазин вышел. Ой, о чем ты говоришь? Да, спасибо, спасибо. Виталика? В Могилянку? Ну, я думаю, Васенька не откажет троюродному брату. Пока. Здрасте. И снова здрасте, Петр Васильевич. И что это за первомай полным ходом? Так весна пришла. Плановый ремонт. А, на 10 лет весна наш другой стороной обходила, а тут нагрянула. Доброго здоровья, Петр Васильевич. Я до вас с приводу ранкового інциденту. А, Пилипенко накатал таки на меня заяву. Кто? Та ви що, ні, Микола Павлович, він на вашому боці. Конечно, Васильевич. Може, у вас до власника джипу є якісь претензії? Може, ви хочете отримати компенсацію за моральні збитки? Ось його папір, ручка, зараз все швиденько оформить. Да нафиг он мне сдался? Хай живе! Главное, щоб своїм коритом людям виїзд не перекривав. Більше не буде? Це я вам гарантую. Зловмисник уже приїхав з вашого дому. І взагалі, з цього дня можеш паркуватися де угодно. Работайте. Пробачте, винен. Привыкайте, Василий Петрович. Теперь у вас началась совсем другая жизнь. Да. Можно сказать, у вас сегодня второй день рождения. Точно. Я забыл, сегодня у моей племянницы день рождения. Юрий Иванович, если не сложно, давайте заедем за подарком. Не-не-не, мы уже два раза переносили пресс-конференцию. Ну, я вас очень прошу. Ну, хорошо, что вы хотели купить? Ну, не знаю, что, девочки, тортик. А она фанатка Дидё, может быть, купим диск? Чего? Дидё. Дидё? Дидё. Толя, торт и диск этого... Дидё. Кого? Дидё! Деньги по... Василий Петрович, учите ответы. Господа журналисты, начинаем пресс-конференцию президента Украины Василия Петровича Голобородько. Вы, пожалуйста. Дарья Репина, ТСН. Господин президент, скажите, планируете ли вы стимулировать экономику методом привлечения венчурных инвестиций? Спасибо. Спасибо, Дарья. Вы знаете, динамика рынка инвестиций требует комплексного применения имеющегося инструментария для поощрения иностранных финансов. Да, все-таки любит наш народ дешевый популизм. Михаил Семенович, вы молодец. А я тут ни при чем. Перестаньте. Мы же все понимаем, что это твой человек. Нет, я был уверен, что Голобородько – это твой человек. Ясно. Если не твой, не мой, значит, это человек Рустема Ашотовича. Господа, клянусь, я не имею к Голобородько никакого отношения. А кто же тогда имеет? Вы хотите сказать, что страну возглавил человек, не подконтрольный никому из нас? Смешно. Кто-то из нас темнит. Может, он ставленник Запада? Или Кремля? Кривицкий, я должен знать об этом Голобородько. Все. Разберемся. Вы, пожалуйста. Спасибо. Юрий Кушнир, Time.ua. Василий Петрович, не за горами зима, начало отопительного сезона. Скажите, какие энергосберегающие технологии в ЖКХ станут для вас приоритетными? Децентрализация теплоснабжения или все-таки геотермальные теплонасосы? Да, при решении этого вопроса будет учитываться
специфика регионального районирования. Уважаемый журналист, я прошу прощения, я не готов к этой пресс-конференции. Сложно отвечать на неподготовленные вопросы, поэтому давайте с вами договоримся. Я подготовлюсь, и вы устроите мне пересдачу. Вторую, повторную на пресс-конференцию. Хорошо, потому что я честно вам скажу, я значение некоторых терминов даже не знаю. Неудивительно. Судя по избирательному ролику, вам ближе другая лексика. Девушка, вам слово никто не давал. О, ну ничего не меняется. То есть слово у нас дается только тем, кому выдаются слова заранее, да? Нет, почему, девушка? У нас свобода слова, насколько мне известно, в стране. Так что, если у вас есть ко мне вопрос, пожалуйста, задавайте. Да? Неужели? Яна Клименко, журнал «Прозора Влада». Скажите, пожалуйста, где обычный учитель истории взял 2 миллиона для взноса в Центр избирком? Следующий вопрос, пожалуйста. Не нужно, Юрий Иванович. Уважаемая Яна Клименко, вот как раз на этот вопрос я отвечу без труда. Все, ребят, урок окончен. Если есть вопросы, пожалуйста. Василий Петрович. Да. А когда вы пойдете регистрироваться? Куда регистрироваться, Глазов? Я куда? ЦВК на выборы президента. Ребят, ну хватит уже. Ну, вы посмеялись, я посмеялся, все хорошо провели время. 5 миллионов людей посмеялись, да? Не 5, а 8. И все за вас. Вы комменты читали? Левченко, комменты я давно не читаю. Ты потом, как вы себе это видите? Не может в нашей стране простой человек стать президентом. Почему? Ну, во-первых, для того, чтобы зарегистрироваться в ЦВК, нужно как минимум 2 миллиона гривен. Гривен, а откуда у простого учителя такие деньги? Так, вы про краудфандинг чули? Что? Короче, мы в нете объявили сбор денег. Как говорится, с миру по гривне. И вот у вас на счету почти 2 миллиона гривен. Точнее, 2 миллиона и 8 гривен. Урок окончен. Окончен урок, все свободны. Да, Василий Петрович, это мы ее здорово отбрили. Клаудфандинг. Хорошее слово, надо запомнить. Поверьте старому политическому волку, вы далеко пойдете. А если честно, между нами, откуда деньги? Так правда, краудфандинг? Ну, не хотите говорить? Не надо. Василий Петрович, эти деньги собрал вам народ. Хотите, отдайте их ЦВК, хотите, купите квартиру, хотите, сожгите. Делайте с ними что хотите. Я не могу взять. До свидания. Я не могу взять. Дети, Господи. О, нифига себе. Мать, я тебе говорил, что он никакой не учитель. Либо наркотиками, либо органами торгует, а может и тем и другим. Толик, где торт и диск? Что? Как это нету диска? Не получилось. Ничего страшного. Я просто подарю деньги, да и все. Всем привет. Как дела? Ух ты. Вкуснотища у вас тут. Извини, задержался на работе. Пап, что у нас там во дворе? Весна. Весна, да. Вы чего? А, да, конечно. Надо. Так-с. Чего молчите? Как день прошел? А, да. Все родичи тебя поздравляли. Сынок твой, жена бывшая, звонили, привет передавали. Да тебе сегодня не дозвониться. Может, именинницу поздравишь? Конечно. Наливай. Ага, немножко. Спасибо. Так, тебе вина? Не вина. Ну, мать, говори.
Дорогой Васечка. Мам, я тут при чем? Он не перебивает, мать президента. На самом деле, у Наташи день рождения каждый год. Тогда лосит день рождения, подумаешь, повод 18 лет. Продолжай, бабульчик. В общем, Васечка, мы очень рады за тебя. Ты молодец. За тебя, Васечка. Спасибо. Да. За тебя. За тебя. Неожиданно. Сынок. А в целом, как первый рабочий день прошел? Сумбур день пролетел, я даже не заметил. Я тоже после первого ничего не заметил. Предлагаю повторить. Половинку. Угу. Так, а тебе, Ирина. Я скажу. Конечно. Дорогая внученька, тебе несказанно повезло, что у тебя такой дядя. Папа. Ну не перебивай отца Гаранта. Я не думал, что я такое скажу. Я горжусь тобой, сынок. Спасибо. За тебя, Вась. И за тебя, племя. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Простите, что без звонка дверь была открыта. Дорогая Наталья, от имени президента Украины поздравляем вас с днем рождения. Диско Дидзё не нашли, поэтому выкрутились, как смогли. Happy birthday! С днем народження, Наталя! Так багато дівчат, але я вибрав тебе. Я не вірив в любов, та це пануло мене. Я люблю, коли сплю, я від тебе дурію. Я до всього ревную, я від тебе балдію. Йо!